Ну, как в одном известном фильме говорили, запускайте берлагу. Не знаю, что за чудо, но Настя будет тестировать. Пристегивает, как в гоночной машине тебя. Ну, девчонка, ничего не боится. Во все тяжкие всегда влезает. Ну, Гагарин, поехал мой Гагарин. Крутит, посмотрим, как будет. Говорит, лишь бы не тошнило. Пока улыбается вроде бы. Не, взгляд у нее лихой пока. Хороший взгляд. Нормально пока? Супер, вроде бы, говорит. Орбитрон. Подрастет, будет говорить, как папа над ней издевался, над ребенком. Заставлял по машинам лазить, в центрифуге, на каруселях кататься. Блин, как ее там раскрутило. Пациент вроде бы еще улыбается.
Держись только, держись, чтобы голова не кружилась еще. Ну как ощущения? Супер. Супер? Казалось, стороны казалось ужаснее. Ну а там хорошо мотыляло тебя? Вообще качаешься в кресле, тебя там поднимает вверх, но вообще... Ну ты как бы на месте висишь, тебя просто крутит так вот, да? Вот даже как это выглядело. Да здесь, я покажу, здесь менее страшно, чем карусели, которые ты мне придумала сегодня. Нормально, кстати. Ну ладно, передай привет себе в будущем. Пока.